Как получить материнский капитал или оформить социальное пособие? Простые ответы на сложные вопросы можно получить на дне открытых дверей в МФЦ Октябрьского района. Чтобы помочь жителям найти выход из самой нестандартной ситуации, руководство многофункционального центра регулярно приглашает представителей различных госструктур. За несколько часов успевают проконсультировать до 20 человек. Мы сегодня в основном обращаемся по вопросам выплаты детских пособий. В частности, это новая выплата президентская, которая с января 2018 года. Также выплаты ЕДВ ЖКУ, ветеранам труда, инвалидам, субсидии. Много вопросов остается по поводу оформления мат-капитала. На сегодняшний день сумма поддержки мамочек превышает 450 тысяч рублей. Получить деньги можно за второго и последующих детей. Пакет документов минимальный. Паспорт заявителя СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка. Распорядиться средствами материнского капитала мама может по прошествии 3 лет со дня рождения второго или последующего ребенка, то есть тот, который дает право на материнский капитал. Есть отдельные выплаты, которые выплачиваются ранее достижения возраста 3 лет ребенка. В частности, это погашение целевых кредитов, взятых на приобретение либо на строительство жилья. Проконсультироваться со специалистами узкого профиля в МФЦ могут не только рядовые ивановцы. Наталья пришла по долгу службы, работает риэлтором, часто помогает клиентам использовать мат-капитал при совершении сделок. Законодательство в этой сфере регулярно меняется, приходится обращаться к сотрудникам пенсионного фонда за разъяснениями. Есть вопросы, которые просто без девочек из пенсионного не решить. И вот мне сейчас рассказали, что здесь проходит встреча. Естественно, я не могла не воспользоваться таким случаем, потому что сложные процессы сделки с мат-капиталом, очень сложные. И вот девочки помогают решить вопросы, подобрать нужные объекты и правильно составить договора. Подобные дни открытых дверей руководство МФЦ старается проводить каждые 2 недели в разных филиалах города. Следующее – со специалистами нотариальной палаты. Время и место проведения можно уточнить на сайте многофункционального центра. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.